Более 50 миллионов рублей на реконструкцию улицы Ленина выделил городской бюджет Кизилюрта. Она расположена в частном секторе и уже давно нуждалась в ремонте. На данный момент ведутся работы по замене ветхих линий электропередачи и сетей водоснабжения. Идет установка бордюров и осветительных опор. В намеченные сроки улицу мы сдадим. Тут трудности и сложности возникают в работе, но мы их преодолеваем своими силами. В этой работе, думаю, что привлекутся наши и городские предприятия, учреждения. Спонсоры могут быть, окажут какую-нибудь помощь. Ну, а так работу выполняют своими силами. Силами городского, муниципального нашего бюджета. До реконструкции ширина улицы составляла 7 метров. После ремонта проезжая часть расширится до 11. Это сильно облегчит движение транспорта. Правда, для этого пришлось срубить более 200 деревьев. Однако чиновники уверяют, что в скором времени здесь будут посажены новые. Она будет одной из образцовых улиц. Одновременно мы посещали все дома жильцов. Параллельно, значит, чтобы они вдоль дороги, значит, привели соответствующий эстетический вид ограждения, фасады зданий и так далее. Это тоже работа будет проводиться. Одновременно будет и зеленая зона, будут и тротуары. Те тротуары, которые люди сами из плиток сделали, мы поговорим, посмотрим, реконструируем их или оставим их. И дополнительно вся эта тротуарная, это будет сделано нашими силами.